Уже в эту субботу Анапа встретит главный праздник лета – открытие курортного сезона. Жителей и многочисленных гостей города ждет множество сюрпризов. Мы приоткроем завесу тайны над одним из них. С полудня 11 июня на Театральной площади будут снимать кино. Желающим принять участие раздадут роли с небольшими репликами. Темы три – древнегреческие мотивы, детские истории, а также романтическая сюжетная линия. Мероприятие приурочено к году кино в России. И кроме того, Анапа – достаточно популярное место для съемок у кинематографистов. Будет режиссер, сценарист, гример. Есть зарисовки, куда мы приглашаем, конечно, и жителей, и гостей города-курорта, которые могут взять на себя какую-то роль, ему дают слова, и он импровизированно сразу участвует. В этот же момент все происходит на съемку и демонстрируется на большой экран. То есть можно сразу же видеть, допустим, своего друга в роли артиста, актера на именно действии, и также можно видеть сразу это на экране.